Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Здравствуйте, давайте познакомимся. Здравствуйте. Попрошу вас представиться и рассказать, какую компанию вы представляете. Меня зовут Валерия, я пиар-менеджер торговой платформы Urban. Это торговая платформа для стран ЕАЭС, это Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Собственно, мы marketplace, куда приходят производители, покупатели и транспортные компании для того, чтобы совместно торговать на всей территории Союза. Валерия, расскажите, пожалуйста, с какой целью вы сегодня приехали на это мероприятие? Дело в том, что на этом мероприятии очень много наших партнеров, с которыми мы уже заключили сотрудничество и дружбу. Естественно, мы приехали рассказать про наш продукт, потому что мы сейчас на стадии запуска. В сентябре 2019 года уже будет наша платформа. В июле будет уже открыта она для тестирования. И мы, собственно, уже ближе к запуску хотим показать, какие возможности для торговли в ЕАЭС сейчас есть уже у нас. И как производители и транспортные компании могут себя проявить на нашей платформе. А можете ли чуть подробнее рассказать о том, что вы хотите внедрять? Смотрите, мы хотим объединить частных мастеров, крупных производителей, дистрибьюторов, которые производят свои товары в 5 странах ЕАЭС, для того, чтобы у них, если у них нет каких-то больших временных или финансовых ресурсов для продажи, например, из России в Беларусь, они могут прийти, зарегистрироваться на платформе и буквально за один день уже начать продавать в особо крупных размерах в другую страну. Так как внутри платформы уже встроены инструменты маркетинга, инструменты логистики, то обычному частному мастеру, например, который производит вкусный сыр у себя там на ферме, он хочет, чтобы его сыр ели как можно больше людей, он может все это продавать через платформу, не имея больших финансовых ресурсов, какие есть, например, у крупных игроков e-commerce. Если говорить в целом, как вы считаете, какие решения, технологии помогут вашему бизнесу увеличить прибыль? Я думаю, в первую очередь, это инструмент безопасной сделки, который мы внедряем для того, чтобы у всех участников рынка было полное доверие друг к другу, чтобы не было боязни покупать товары из Казахстана, опасаясь, что мне не придет товар или мне придет некачественный товар, а я отдал за него большие деньги. И для того, чтобы полностью наладить доверие рынка, то вот этот инструмент безопасной сделки поможет не только каждому частному производителю увеличить свою прибыль, но и в целом поможет развиваться экономике всего ЕАЭС. Мы посчитали, что через 5 лет платформы мы в целом можем поднять рынок и продажи товара на рынке ЕАЭС на 80%. Такие значимые цифры. А скажите, пожалуйста, если говорить в целом про электронную коммерцию, то какие направления наиболее перспективны? Я думаю, что в первую очередь это... мне кажется, это сложно как-то выделить конкретно самые перспективные. Мне кажется, развитие сейчас есть у всех, и очень бы, конечно, хотелось, чтобы самый большой был поток и клиентов, и оборотов у частных мастеров, которые производят, например, хорошую качественную кожаную обувь, но не могут расширить себя, то есть по рынок именно вот потребительских товаров. Ну а как вы считаете, мы уже вышли вот в этом направлении или это только перспективы будущего? Да, мне кажется, что мы уже идем на правильном пути, и даже придя на эту выставку, можно увидеть, сколько компаний представлено, успешных, которые реализуют свои товары, реализуют свои продукты. Поэтому я думаю, что еще немного, и мы поднимем обороты еще больше и больше. Спасибо большое, Валерия, вам успехов. Спасибо. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.